АвтоВАЗ отреагировал на сообщение о продаже новой «Лады Веста NG» у трех московских дилеров по ценам существенно выше рекомендованных. Началась проверка в отношении трех дилерских центров в Москве – «Авто Гермес», «Торг Маш» и «Техинком». Уже с 10 июня этим компаниям приостановлены отгрузки «Вест». А если проверка выявит систематическую продажу автомобилей по завышенным ценам, то дилеров ждут штрафные санкции, сокращение квот на поставку новых автомобилей или даже разрыв дилерского соглашения. Напомним, официальные живые продажи новой «Лада Веста NG» начались в пятницу, 9 июня. Параллельно со стартом продаж новой «Лада Веста NG» у дилеров «АвтоВАЗ» запустил конфигуратор с ней, который позволяет покупателю собрать автомобиль в нужной комплектации с нужным двигателем, а также сразу узнать его точный ценник. «АвтоВАЗ» также напомнил, что купить «Лада» по рекомендуемым розничным ценам можно в собственных дилерских центрах сети «Лада Сервис». Яхрома «Лада», Московская область. Питер «Лада», Санкт-Петербург. Кострома «Лада Сервис». Липецк «Лада». Тюмень «Лада». Чебоксары «Лада». Иж «Лада», Ижевск. Самара «Лада». Центральная СТО «Тольятти». Комсомольская СТО «Тольятти». «Лада Сервис» «Тольятти». В компании «АвтоВАЗ» также заявили, что покупателям, которым по какой-то причине отказываются продавать машины по рекомендованным ценам, нужно обращаться на горячую линию. И пообещали, что при наличии нужного автомобиля на складе дилера или завода, компания гарантирует, что он будет продан клиенту по рекомендованной цене, указанной на официальном сайте «Лада».